Но я удостоился великой чести поиграть вместе с самим Дмитрием Муриным. Мы сейчас исполним одно произведение, которое представит ему. Бразильский композитор Квад Романа, венесуэльский вальс. Странно, да, что бразильский композитор, но действительно Квад Роман уже бразильский композитор, а вальс венесуэльский, это такой жанр. И этот вальс имеет название «Отъезд». Мы еще не совсем уже готовимся. Ну, в общем, мы с Эрнестом исполним дуэтом. Микрофон надо махнуть в четверть. Если есть такая традиция. Ну и, собственно говоря, наверное, эта песня по названию или по смыслу которой называется наша сегодняшняя программа «По скользкой дороге». Потому что дорога, не знаю, мы все идем по разным дорогам, но та, по которой иду я, по-моему, какая-то очень скользкая. Однажды захотелось об этом прокричать под музыку. Вот, собственно, об этом сейчас мы прокричим. Ну, шепотом. Потихонечку. Из попутчиков нервных
вспоминать про напутствие преданных женщин, тех, что я не решился предать, вспоминать, как себе дали слово, мы с прямого пути не сходить, как с надеждой встречались и снова рассуждали, как быть и не быть, как за синею птицы спешили, как я косточку в землю зарыл, и как больно катился с вершины, с той, которую мне покорил. Я шагаю по скользкой дороге, я прошел середину пути. У меня разъезжаются ноги, и какой-то туман впереди. Может встать, осмотреться немного, кто сказал, что мне нужно вперед? Но я шпарю по скользкой дороге и давно проскочил поворот. Но я шпарю по скользкой дороге и давно проскочил поворот. Спасибо вам большое, спасибо, что пригласили. Это очень важно. Спасибо.